Всем привет! Сегодня хочу собрать руль. Вот. В общем, подключить его к компьютерному рулю, но так, чтобы угол поворота был намного больше. Решил использовать для этого велосипедные звездочки. Сюда, значит, мы сейчас поставим большую. Подумаем, как закрепить. А на этот руль поставим маленькую, после чего сделаем укороченную цепь, наверное. И посмотрим, что будет получаться. Начнем с того, что закрепим большую. Итак, вот что у нас получилось. Вот, накинули мы звездочку. Вбил туда палец. Забил, точнее. Но не полностью, чтобы небольшой люфт был. Так как, мало ли, цепь будет слетать. Вот, далее посмотрим, если что. Вывернем. Где-то подрежем и опять забьем его. То есть вот таким вот образом все это работает. Вот. Теперь нам необходимо найти маленькую звездочку и придумать, как закрепить ее сюда. Ну и цепь укоротить звенья. Вот. Опять же нужно выставить угол. Тоже пока не знаю, как это все будет. Посмотрим по ходу дела. Хотел сказать еще одно, что опять же, это пробный вариант. Нигде я этого не видел. Идея у меня масса. Вот, попробуем. Маленькая звездочка, к сожалению, у меня пока нет. Вот ищу, цепь тоже ищу. Большая валялась. Со старой велосипед сломанной, вот ее взял. Вот, если у нас опыт с рулем не получится с помощью звездочек, то возьмем за основу самый простой способ, это из оптической мышки, вот, скорее всего, беспроводную, сделаем из уголков каркаса и прикрепим, будет видно, надеюсь, что с этой системой будет получше все работать, хотя сомнений тоже много. Во второй серии, возможно, мы разберем руль, снимем вверх, отсюда возьмем провода, запитаем, вот, если звездочку найду, то поставлю сразу и все, опробуем. Хотя нет, еще цепь надо будет искать. Так что, видно, видео будем резать частями по мере поступления запчастей. Вот, теперь точно. Всем пока, до новых встреч.